С нашего Астана поехали. Здравствуйте. Сохраняем спокойствие. Департамент полиции города Нур-Султан. Пацаны, вы что тут? Еще гость есть? Нету, все здесь. Все сидят. Здесь находитесь. Так. Родители здесь, да, находятся? Сядьте в эту комнату. Сидите. На втором двое несовершеннолетних. Сядь. Успокойся, сохраняйте. Вот, чтоб не переживали, сюда положили. Нет, а кто еще ходит там просто? Ну, там дети, пацаны, просто, я говорю. Проверяют. Здесь уже. А что случилось вообще? Какой-то департамент... сигнал был. Так, внимание, минутку, внимание. Департамент полиции города Нур-Султан. Старший оперпрокурор полиции Кайрбеков. Согласно постановлению главного врача, запрещается проводить массовые мероприятия и семейные торжества. На организатора данного мероприятия и владельца данного гостевого домика будет составлен административный протокол, которым можно будет оспорить в судебном порядке. Кто здесь организатор и владелец данного дома? На секундочку, мы родственники, и мы сидим, вот 8 человек. Организатор кто? Кто всех собрал гостей? Мы сами все вместе собрались. По какому поводу? Вообще получается, это что такое? Информация поступила, что... Я пришел в гости. Сюда. Вы в курсе, что сейчас карантин? Что карантин? Зачем? Запрещается собираться, понимаете? Семейные торжества запрещены. Не семейные. И массовые мероприятия. И массовые мероприятия. Считать более 5-3 человек это массовое мероприятие. Воскресенье. В любой другой день можете собираться. Сейчас подождите. Сейчас я объясню. Кто организатор данного мероприятие. Будем составлять протокол. Сейчас организатор и кто собрал данное мероприятие, будут все доставляться в департамент полиции для составления административного протокола. Потом можете обжаловать. Потом можете в судебном порядке. Нет, если вы отказываетесь, понимаете, кто отказывается, что он организатор. На всех? Конечно, будем сейчас составлять. Владелец кто? Сейчас все покажем. Все предоставим сейчас. Кто организатор здесь мероприятия? Документы при вас имеются? Еще одного сюда. Документы, конечно. Да, предъявите, пожалуйста, документы. Телефоны верните. Так, давайте на камеру по одному. Смертельного здесь не сделал, что мой телефон. Женщина, подождите минуту. Так, на камеру давайте фамилию, имя и адрес проживания. Давайте протокол составим, все. Сейчас, подождите. Ваше фамилия, имя, что можно? Причем на камеру. Девушка, ваше фамилия, имя, что? Да. Альпаева Салтана, Джанибек. Место проживания? Нур-Султан. Адрес? Бараева, 18, квартира 19. Так, понятно. Ваша? Кунуспаев, Жанат Кунуспаевич, город Нур-Султан, Янушкевич, 1/2. Так, понятно. Ваша? Кунуспаев, Нур-Султан, Бековна, тоже Янушкевич, 1/2. Так, понятно. Ваша? Чудово имя Анатолий. Нур-Султан, 2/10. Ясно. Так, ваша? Я Ленин Андрей, город Германия. Гамбург. Так вы гражданство Германии? Немецкое. Немецкое? Да. Давно прибыли в Казахстан? Вчера. Вчера? Да. Так, вы в курсе, что вы должны были на двухнедельном карантине находиться? У меня есть тест. ПЦР-тест есть. Сейчас с собой у вас. Да. Все хорошо. Давай сразу. Сейчас для разбирательства вас. Так, ребят, подождите. Для разбирательства тоже протокол сейчас составим тоже. То есть проверим сначала. С другой стороны. Да. Так, вообще. Он гражданин другой стороны, понимаете? Ну да, закон. Какой закон? Какой вам закон? Я вам еще весь сейчас протокол ставим, потом покажем. Покажем, все предоставим, конечно. Никто не спорит. Потом можете в судебном порядке обжаловать его. На каждого составить? Давайте, да. На меня можете составить. Подожди. Зачем? На одного? На меня составляете? Нет, сейчас его для выяснения, для разбирательства доставим к нам его. Куда? Для разбирательства, департамент полиции. Зачем? Для разбирательства с иммиграционной службой. Не отвечай. Ну все, они будут проверять, понимаете там. Мы сейчас здесь не будем проверять ПЦР-тест, все. Там они, специальная миграционная служба есть, они будут себя проверять. Не, ну у меня-то а есть почему тест. Здесь? Почему здесь? У меня-то я там можно. Давайте все здесь. Так есть. Все проверится. Права и обязанности, да? Права и обязанности. Что, да? Мероприятие. Так, мужчина. Разницы нет. Мужчина, ваше фамилия, имя, что?
воскресенье. А где написано? Какой я, блядь? Ваша фамилия мечта. Мы сидим, кушаем. Ваша фамилия мечта. Ужинаем, нормально. Я понял, ваша фамилия мечта. Зачем? Ваша фамилия мечта. Мы ужинаем здесь. Вы отказываетесь? Вы отказываетесь свои данные говорить? Данные? Да. Данные я могу любой момент сказать. Ну говорите сейчас. Могу сейчас сказать. Документы есть у вас сейчас при вас? Есть, конечно. Предъявите документы. Есть документы. Вы, если сейчас будете спорить, с нами проедете. Исмаилов. С нашего этого мероприятия. Исмаилов. Исмаилов. Вот что. Информация потом оставим. Бахзанович. Прописка. Проживайте. Прописка Костанай. Проживайте где, сэр? Костанай. Пустой адрес? Адрес Брежнева, Ленина, 18. Так, понятно. Ваша девушка? Мукашева Айжан, город Караганда, строитель 20, квартира 5. Угу, все понятно. Так, теперь нам нужен организатор данного мероприятия. Нет, кто все собрал? Кто договаривался? По какому поводу собрались? Кто все собрал? Да нет повода, мы вот в гостях. У кого в гостях? У кого в гостях? В гостях у друга. У какого друга? У какого друга? Кто вас спрашивает еще? Я спрашиваю. Понятие готовы? Здесь все сотрудники. Я говорите любому. Документы. Организатор, кто этого мероприятия? Кто всех собрал гостей? Мы сами решили просто в общем собраться. В общем. Ну, в общем, идея чья была? Была же идея чья-то, правильно? Идея. Все же не могли сразу собраться в одно мнение. Нет, я не поняла. Мы превысили количество человек, допустим. Конечно, запрещено. Есть постановление главного санврача, города Нур-Султан. Как вы не понимаете, или вы спорите со мной? У вас, 8 человек, у вас будет возможность 8. Через суд не обвинять решение, все. Сейчас на всех протокол составим, будете судим порядок потом разбираться. Не спорим. На кого протокол составлять? На себя ответственность. Кто на себя ответственность берет? Я здесь старший. Каждый хочет сразу заплатить. Давайте на меня составлять. Нет. Организатор, кто этого мероприятия? Нам нужно говорить. Кто на себя ответственность берет? Кто договаривался? Мы по-любому сейчас выясним. Мы договаривались. Кто мы? Кто мы? Наша семья, вот мы муж с женой, мы договаривались, мы все организовывали, на нас составляющие все. Так, кто ваша супруга? Вы вдвоем организатор получается, правильно? Ну да. Ну все, пройдите с нами. Тоже пройдем с нами? Да. А можно присутствие нас составить? Там понятые есть. Потом мы покажем протокол. Встаньте. Встаньте, пожалуйста. Кто я? Да. Больше никого нет гостей, который на улицу ушел, отъехал там? Нет, а можно не проверить никого. Паспорт, миграционная карта с собой сдал? Да. Какая-то? Миграционная карта забрал? Не надо сейчас. Вас, к сожалению, придется забрать с собой. Не, потому что мы его не будем забирать. А почему? Зачем? Нет, для выяснения обстоятельств потом приедет. Как менять? Мы сами ответим за него. Нет, пацаны, это же позже нас учили. Он просто отъедет на час буквально. Миграционная служба проверит документы. Наручники оденьте. Наручники. Не дергайте, что вы там, чего вы дергаете? Наручники оденьте. Наручники оденьте. Тише, девушка, тише. Зачем правосудие? Что-то вообще ужасно. Кого-то нам отдали, а что? Почему вы на сумки забрали? Вы сиди. Как вы относитесь вообще? А что там происходит? Ты же вообще что не происходит? Витя Семка идет? Витя Семка идет? Туда снимайте? Витя Семка снимайте? Там снимайте, конечно. Это что за превышение полномочий? Руки положите, пожалуйста, чтобы видели. Туда снимайте, где вы там рубите. А что там происходит? Все снимается, все снимается. Вы собираетесь, что ли? В отдел, всех в отдел надо сказать. Как всех в отдел? Куда? Вы что, с ума сошли? Как вы тоже? Выйди на рации. Всех по базе. Не, ну я понимаю, было бы 20-30 человек, тут той же. Что за возмущение? Всех забираем в отдел, да? Возмущение потом все предоставьте. Оставьте. Вы на какой срок приехали? На сколько? На неделю. На неделю? Прибыли вчера, получается, да? Да. Обувь где ваша? Там обувь. Руки перед собой. Вытяните. Да не свободно же, что вы чуть ослабьте, блин. Сейчас ослабим. Только что-то там клик был сейчас. И это был розыгрыш! Я не знаю, что это было.
Более того, знаете, Не улыбайся. Наручники покажи. Руки синеют, блядь, уже. А что, давайте все вместе тогда сфоткаемся, что такая, Я на себя же все брала. Да, 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 было, было. У меня, блядь, слов нету. Скажите, если вы, блядь, ну, гражданин. Конкретно вам, да, этот? Да ну вас нахуй. Не, мальчика, ну, вообще, ну, конечно. Вот, если что надо, вот, все документы. Все есть.